Третий день, и это еще не конец. Поездка в Индии становится все более сложным делом с тех пор, как начались забастовки нефтяников и бензин на заправках закончился. В таких мегаполисах, как Мумбай, Ченнай и Калкатта, в более 80% заправок запасы топлива исчерпаны, и его поставки к авиалиниям также могут упасть. В Мумбай большинство заправок все еще закрыты, и это затрудняет жизнь местных жителей. Дорожное движение сократилось. И такси не работает, потому что водители ходят по городу в поисках топлива. Нам очень сложно. Заправки закрыты, бензин не достать. Такси в Мумбаи не работает. Пострадали все. Я стою здесь со вчерашнего дня. У меня нет ни еды, ни воды. Остановка работы нефтяного сектора повлияла на жизнь миллионов людей и грозит поднятием цен на еду и другие товары широкого потребления по всей стране. В сложившейся ситуации народ винит правительство. В нашей стране слишком много проблем. У нас очень много различных забастовок. Иногда бастуют транспортники, иногда нефтяники. Я не понимаю, почему. Правительство должно разобраться с этим. Если забастовка продолжится, в ближайшие дни Индии придется столкнуться с огромным топливным кризисом. Правительство может задействовать армию, чтобы восстановить поставку топлива.